Дорогие наши женщины, позвольте мне от лица всех мужчин нашего замечательного города поздравить вас с этим весенним праздником. Пусть за окном и снег, но тем не менее в нашей душе сегодня праздник. Сказать вам огромное спасибо за ту опору, которой вы для нас являетесь. Пожелать вам здоровья, счастья. Самое главное, оставайтесь такими же веселыми, красивыми. И мы всегда знаем, что только на вас можно положиться, и только вы сможете помочь нам в трудную минуту. Милые женщины, ну, во-первых, хотелось бы вас поздравить сегодня с наступающим Международным женским днем 8 марта. Мне кажется, наверное, все-таки женщина – это, ну, во-первых, это мама. Во-вторых, это, наверное, все-таки жена. Ну и в-третьих, это, наверное, все-таки самый близкий человек, которая, наверное, по духу всегда, это, наверное, все-таки женщина. Потому что женщина, еще раз повторюсь, это мать, которая, мама, которая нас родила, нас воспитала. И женщина – это та женщина, которая затем воспитывает наших детей.